день. Танцы мамонтовская. Там вот эта крыша видна, мамонтовская дача. Раньше здесь был наземный переход. Вон там еще вон остатки лестницы остались. За счету. Теперь сделали подземный переход. Там дома уже видно, Пушкин. Здесь продукты. Кафе бывает, рандеву, не знаю, сейчас я его помню, не знаю, лет. Вот такая маршрутка ходит. Это вот станция Клязьма, вот и Жень. Станция Мамонтовская, Семал Марти, а это вот едем сейчас в конце апреля. Вот наше зеленое Подмосковье. Ну, из вагона поезда. Там река Клязьма. Тут была военная часть, сейчас сделали вот такие вот лаунж-хаус. Это будет станция Тарас. Раньше здесь были сосновые, вот леса, вот остатки. В основном здесь дачные поселки. Промышленность уже не осталось. После постсоветского периода, что было, и то закрыли. Производство уже почти нет. Зеленые массивы остались на даче. Этот бантический водопровод здесь проходит станция Челюскинская. Здесь принимали челюскинцев. Челюскинская. В 30-х годах, когда он прилетел с Северного полюса. Вот здесь пруд. Не знаю, раньше здесь рыбаки сидели. Рыба была, купались летом.
Ну а теперь эти шумовые заборы поставили, чтобы. Ну там дача. А из вагона поезда теперь плохо видно. Ну все интернет смотрят. Попался на гаджет. Это новый разъезд на Монинскую ветку, корпус Ярославского направления отходит. Да встречный поезд был. Сейчас подъезжаем на встречу. Там это метрозавод Мытищинский. Выезжаем из Мытищ. Вернее, проезжаем Мытищ, уже остался ответ. Погода пока в Москве хорошая, вон там самолет летит. Облака не разгоняем. Что до 9 мая далеко. Задачи пока не убрались, все, посадимся, тогда буду снимать. На этом все. Спасибо всем. Пока-пока. Вон все зелень уже. Сегодня ездил в Пушкин. До новых встреч.